Оксаной знакомство с звуком и буквой «Н». Работа по букварю Жуковой. Хорошая. В начале занятия. Сегодня мы будем с тобой заниматься, будем изучать звук и букву «Н». Вот. А сейчас мы с тобой найдем гласные буквы О, вот в звукобуквенном городе. Ну-ка, найди О. Где она у нас? О, вот она. Давай мне ее. Хорошо. А, найди. О, найди. О. У, правильно. У. И найди. Где у нас И? Вот она, И. Тут И. Хорошо. И найди еще И. Найди еще И. И, моя хорошая, найди еще И. Вот она, красная. Вот она, красная И. Хорошо. Вот сюда мы поставим. О, А, У, И, И. Хорошо. Это все, какие у нас? Гласные. А звук и буква «Н» это какой будет? «Н» твёрдый. Согласный. Согласный. Так, ну вот сейчас посмотри сюда. Вот у нас две игрушечки с тобой стоят, да? Вот это у нас кто такой? Носорог. 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 А это у нас кто? Осёл. Олень. Олень. Вот, хорошо. Есть в этих игрушках звук «Н»? Носок. «Н» есть. А где он стоит? В начале, в середине? В начале. В начале. Олень. 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 Есть звук «Н»? Нет. Как нету? Есть. Олень. 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 Есть. Есть. А какой он? А почему? О-лень. Мягкий. А где он стоит? Олень. Где он стоит? Олень. 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 Где? В середине. Моя хорошая, неправильно. Смотри, мы произносим О. О. Потом произносим Ле. И потом произносим Н. Н. Олень. Слово закончилось. Олень. Олень. Вот. В конце. В самом конце он заканчивает слово. Так, там стоит какой звук? Мягкий. Мягкий, правильно. Классный. То есть есть какой? Звук. Он согласный. Угу. Он согласный. Вот это какой? Синий. Какому мы положим? М? Синий. Какому голубой. Животному положим? Голубой. К какому положим? К оленю положим или к носорогу? Носорог. Вот возьми его, положи к носорогу. Вот. Вот согласный, да? Угу. Это, а этот а носорог? Носорог. Ты положила сюда мягкий, угу. Да? А олень? Олень. Ты положишь твердый, да? Угу. И все правильно ты думаешь, угу. Да? Олень. Мы сказали, стоит в конце. И какой он? Мягкий. Мягкий. А мягкий обозначается каким цветом? Голубым. Здравствуйте. Вот таким. Зеленым. А носорог какой мы сказали? Носорог. Мы сказали твердый. И обозначается он синим цветом. Не голубой, это синий цвет. Вот. То есть носорог в начале слова стоит звук, а олень стоит в конце, и он мягкий. А чем отличается звук, звук от буквы? Звук мы. Мы что говорим, делаем? Говорим и слышим. Слышим. А букву мы? А буквы мы пишем. Пишем и видим. Видим. Вот. Так. Хорошо, молодец. А сейчас, пожалуйста, найди мне «Н» вот здесь, вот, в звукобуквенном городе. Найди мне «Н». Вот. Вот она «Н».
Хорошо, мы сейчас ее вот сюда поставим. Хорошо? Так, ну давай. А сейчас будем читать мы слова. О, слоги. Читаем. На. А это какой у нас? О. О, так мы читаем как? Но. Хорошо, дальше. На. Дальше. Ну. Ны. Ны. Хорошо. А давайте теперь обратно почитаем. О. Ан. Ан. Ун. Ин. Эн. А где стоял Н? Ан. Н. В конце? Угу. А когда мы читали «но», он стоял? Но впереди. Да, в начале. Впереди. Хорошо, а сейчас мы с тобой почитаем вот по такому букварю, да? Угу. Букварь Жуковой. Я будем читать мы с тобой. Видела логопеда? Моя там хорошая, давай мы потом поговорим, хорошо? Угу. А сейчас мы будем читать. Угу. Вот мы прочитали с тобой здесь слоги, теперь мы прочитаем здесь. Давай читаем слоги. На. Ан. Ну. Он. Дальше. Ну. Ун. Ни. Ин. Ны. Ын. Ны. Не. Да, не. Не. Н. Хорошо. А теперь давай посмотрим и нота. Прочитаем. Нота. Нота. Нарисована нота и написано пальчик. Ставь сюда. Нота. Да. Хорошо. А теперь смотрим, что здесь написано. Бо. Это А. Бан. Какая это? Ка. Бан. Ка. Пальчик всегда есть. Банка. Держит. Банка. И нарисована банка. А кто в банке? Рыбка. Рыбка. Хорошо. Слон. Ну, читаем. Слон. Во, хорошо. Где стоит он? В конце. Видишь, последний он выделенный, да? А здесь выделено где? В серединке. А где он стоит? Тут. В начале. То есть звук Н может стоять в начале, в серединке и в конце. Хорошо, теперь давай прочитаем здесь. Ну, ну, ну. Что стоит в конце? Восклицательный знак? Угу. То есть мы так выделяем. Ну, ну, ну. Кто так у нас делает? Ну-ну-ну. Мальчик машет? Ну-ну-ну. Да? То есть что-то котик наделал, да? Угу. Напакостил что-то. Мы хорошо, теперь читаем дальше. Читаем здесь. По. Не. А кто пони. Такая пони? Пони? А? Да, это кто такая? Коляска. Это такая маленькая лошадка, да? Чем отличается маленькая лошадка от большой? Потому что большая, она похожа на лошадь. На лошадь. Ну вот, лошадка. Видишь, вот она у нас. А вот она пони. Она маленькая, да, у нее большая грива, да? Угу. Так, ну вот, моя хорошая, на это занятие мы с тобой закончили, прочитали. Молодец, хорошо прочитала. В начале занятия мы почитали слоги, а потом продолжили работу по букварю. То есть мы учились также сливать слоги плавно, чтобы буквы не читались раздельно. В начале занятия она прочитала слоги на «ан», «но», «он», «ну», «он» и так далее. Мы разобрали с ней, что значит открытый слог, что значит закрытый слог. Вот, и учились выделять место звука, где он стоит, в начале, в середине или в конце.
Затем она прочитала слова «нота», «банка», «слон». Еще раз мы повторили, где стоит буква «н». Повторили, что такое буква и что такое звук. Чем они отличаются, она сказала правильно, что букву мы видим и пишем, а звук мы слышим и произносим. Вот. Потом мы поработали по картиночкам и прочитали под ними слова. Ну вот, по занятию все. Прочитала она хорошо. На этом занятие закончено. До следующей встречи.